параллельки, да? Вот перед вами три колышка. Все. Дальше, вот где-то вот там, вот это гараж. Вот он сейчас так стоит в ГИБДД у нас, на полигоне, город Альметьевск, напоминаю. Как правильно к нему подъехать? То есть, если раньше он стоял по вот этому колышку, то есть въезд был наравне с, там, с тем колышком, то сейчас стоят они вот по этим колышкам. Что делаем? Выезжаем с параллельки. Дальше едем. Ой. Вот наш гараж, куда мы должны поставить машину. Ваша задача вот с водительского кресла. С водительского... Сейчас. Вот, как-то вот так, да? С водительского кресла видеть основание вот этих конусов. Вот я сейчас вижу основание, где-то вот, вот как снимаю, сейчас также смотрю на эти конусы. Вот я вижу основание первых двух колышков. Это вот этого и вот это основание. Все, больше мне здесь ничего делать не надо. Прямым рулем едем вперед. Насколько ехать вперед? Смотрим вот в это окно. И ваша задача увидеть вон ту дальнюю балку посередине окна. Вот я ее сейчас увидел посередине окна. Это где-то у меня вот так выглядит сейчас приблизительно. Вот так я сейчас это вижу. Все. Дальше что делаем? Включаем заднюю. Руль крутим направо. Упор довели, чуть-чуть отпускаем. Ой, руки замерзли. Сначала смотрим, куда направляется зад машины. Видим, что он едет к гаражу, правильно? Правильно. Теперь переключаем внимание вот в это зеркало. В этом зеркале, с колышком, который... Где у меня камера? Вот, вот с этим колышком должно быть расстояние спичечного коробка. Вот. Вот как вижу, так... Я сейчас смотрю в телефон вообще. Дальше. Руль. С этого положения... Теперь мне надо уменьшить картинку. Выпрямляем прямыми колесами, снова смотрим в это зеркало, прямыми колесами ставим задний бампер напротив конуса, как-то вот так это выглядит, вот, 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 как еще снять-то, да, вот, все, дальше снова руль крутим направо, чуть-чуть отпускаем от упора, смотрим опять в это зеркало. И ставим машину параллельно гаражу. Все. Сюда посмотрел. Сюда посмотрел. Не задеваю конусы. Руль делаю прямо. Смотрю на заднюю вон ту палку. Палку, конус. И еду, не верча руль вообще, назад к ней. Вот подъехал, считаю как-то вот так. Как проверить? Смотрим на передний левый конус. Вы видите, что он у вас над машиной выступает? Не видно еще полностью, да, там чуть-чуть еще можно назад. Вот, подъехал. Вот как он торчит. Он по стандарту 52 сантиметра. Вот представьте, сколько здесь. Одна полоска, это по факту мы делали спичечный коробок. То есть, если я вот сижу вот с водительского кресла, я вижу сейчас его вот на такую высоту. Вот. Вот так он должен торчать. Это спичечный коробок, вы должны видеть его. Плюс вы можете к рулю подтянуться, вот прям вот, вот так подсмотреть, как там все это проходит. Вот они, оба колышка. Ставить нейтральную, говорите, тормоз держим в этот момент, педаль тормоза не отпускаем. Говорим, я завершил элемент. Он вышел, посмотрел. Первая, вибрации есть, чтобы мало ли скатиться назад. И выезжаете с гаража. Все. Больше здесь делать нечего.